Товарищи, произошло нечто совершенно исключительное. Между прочим, принято здороваться. Ой, здравствуй, Шурочка, здравствуй, душенька. Девушка нечеловеческой красоты. Чтобы такую не полюбить с первого взгляда, надо иметь железные нервы. Передышки, у тебя каменное сердце. Здорово, работяга. Здравствуй, бродяга. Хозяйка дома? Дома, у нее совещание. Но это не имеет значения. Ну-ну. Да, мил человек, я же тебе русским языком объясняю, что у нас в городе произошло событие всесоюзного значения. Может быть, даже мирового. А ты меня не пускаешь. Ты что? Подождешь. Да, мирового. Понятно тебе? Понятно, подождешь. Идет совещание по местному бюджету. Жуткое зрелище. Сидят три человека на ниве коммунального хозяйства. Передышкин, умоляю тебя, умоляю, пусти. Не сгоришь. Ну ладно, черствая твоя душа. Бабушка, бабушка, ползите сюда. Бабушка, топайте ножками, я вам сейчас пособлю. Ну, жук, напрасно ты ему позволяешь лишнее. Что лишнее? Различные объятия, все такое неэстетичное. А если он не нравится? Нравится? Так я тебя должен предупредить, как старший товарищ, он жулик. Как это жулик? Очень просто, жулик, авантюрист. Я в это не ввожу личных мотивов, но искренне тебе советую, брось Персюкова. Брось, погибнешь. Передышкин! Что я слышу? Что я слышу, Передышкин? Да ты просто ревнуешь. Хотя бы. Виноват. Бабушка, осторожно. Вот так, ложечками. Ну-ка, дай вот стульчик. Вот стульчик, садись, бабушка. Вот. Так, отдохните, вот газеточку возьмите, почитайте пока. Шуретта, Шуретта, ты видишь эту старушку? Так вот, заметь, через эту старушку наш город прошумит на весь Советский Союз, я бы даже сказал, на весь мир. Слушай меня, это я тебе говорю, старушка историческая, то, что искал всю жизнь. Между прочим, ты меня все время обнимаешь, даже неудобно. А чисто по-товарищески. Тогда это уж вовсе ни к чему, что-нибудь одно. Ах ты, чудачка. Дай-ка нам, дай-ка нам проектные наметки. Даже голос осел. Дай-ка нам проектные наметки по строительству канализации, водопровода и трамвая. Ничего не поделаешь, будем резать. Ну, ко мне. Чего тебе от моей души надобно? Здорово, Исаулова. Здравствуйте, братцы. Даже представить не можете, что произошло. Ну, почему же это вы можете себе представить, а мы не можем? Слушайте, у вас вообще мало воображения. Зато у тебя чересчур много. Ладно, ладно, в чем дело, только коротенько. Исаулова. У нас нет своей физиономии. Чего-чего? Нет, то есть лично у нас, может быть, и есть своя физиономия, но у нашего города ее абсолютно нет. Я вам вполне серьезно говорю. Иди сюда. Иди сюда. Пусти передышку. Пусти, пусти, пусти. Слушайте, слушайте сюда. Что мы из себя представляем? Как гениально выразился Чехов, один из городов, расположенных по всю сторону Уральского хребта. Вас это устраивает? Меня это не устраивает. И что же из этого следует? Не перебивай. Орел, рысаки, Рязань, яблоки, Тула, пряники, Полтава, победа над шведами, Клин. Что такое Клин? Что? Дыра хуже Конска, будьте любезны, Чайковский жил, домик есть. Бичуге, Дуси Виноградова, мировой рекорд побила. В Одессе Буся Гольштейн родился. Где Бальзак венчался? Где? Где? В Париже? В Лондоне? В Венеции? В Бердичеве. Ты вдумайся, в Бердичеве. А мы что? Мы что, мы ничего, мы пустое место. До станции 10 километров, поезд стоит 5 минут, пассажиры смотрят в замурзганное окно и видят на горизонте что-то такое. Что он такое, хрен его знает, какой-то Конск. Тебя это устраивает, меня это не устраивает. Ты что, пришел сюда скандалить? Нет, ты меня не перебивай. Не я тебя перебиваю, это ты не даешь мне ни одного слова, черт бы тебя подрал своей глоткой. Да. Дашь ты мне наконец говорить или не дашь? Вот теперь там, когда заговорил бы человек, только кричишь, кричишь, перебиваешь, перебиваешь. Вот, дорогой мой, ты совершенно прав. Я с тобой абсолютно согласна. Но что же делать, если у нас в Конске никто из великих людей не родился, не венчался, не жил, не изобретал, не ставил мировых рекордов? Не могу же я тебе родить Бусю Гольдштейна или женить Анаре де Бальзака, а тем более дать квартиру Чайковскому? Да, да. Нету у нас ничего этого! Нету! Хорошо, а если было бы? Ну, если бы, да как бы. Нет, если было бы, что бы тогда сделала? Была бы очень рада. Ну, тебе, товарищи, вернемся к водопроводу. Подожди, ты можешь это все подтвердить перед своими избирателями? Что подтвердить? То, что была бы очень рада. Ты видишь, я занята. Ты сегодня, честное слово, какой ты невменяемый. Нет, я вменяемый. Ты мне скажи, ты можешь подтвердить или не можешь? Подтверждаю. Была бы очень рада. Товарищи, будьте свидетелями. Все. Шурочка тоже будет свидетельницей. Она сказала, что была бы очень рада. Была бы очень рада,
Но, к сожалению, у нас ничего этого нет. Есть. Бабушка! Бабушка, иди сюда. Ну-ка, быстренько, быстренько, бабушка, вот сюда, вот так, вот так. Вот, вот так, Лорочка, быстрее, вот так, бабонька, вот. Вот так, ну-ка, пусти, бабки, пусти. Так, бабушка, садитесь. Вот так, вот, осторожненько. Вот так, вот. Кто это? Внучка. Ты что, пьян? Нет, я не пьян, терпение. Бабушка, давайте ваш узелочек. Сейчас мы все это дело развяжем. Одну минуточку. Пожалуйста. Что это? Реликвии. Бабушка, объясняйте. Это плед моего покойного дедушки Ивана Николаевича. Это плед. Убери руки, не трогай. Бабушка, продолжайте. Во время своего кратковременного пребывания в городе Кунске, по свидетельству моей покойной матушки Ларисы Константиновны, урожденной извозчиковой, выходя из дома в сырую или же холодную погоду и желая таким образом предохранить себя от возможной простуды, покойный Иван Николаевич имел обыкновение набрасывать на плечи этот плед. Вот этот плед. Не трогай, убери руки. Позвольте, я что-то ничего не соображаю. Не перебивай. Бабушка, продолжайте. Крепко держи. Это его же флейта. Вот эта флейта. Видите? Убери руки, не трогай. Бабушка, продолжайте. По свидетельству моей покойной матушки Ларисы Константиновны, урожденной извозчиковой, и многих других лиц, близко знавших моего покойного деда, покойный, обладая большим музыкальным вкусом, иногда в минуты отдыха исполнял на этой флейте различные музыкальные небольшие пьесы. Не трогай руками. Да, но я все-таки... Ты мешаешь, перебиваешь. Бабушка, продолжайте. Это чилиндер, который покойный на всякий случай всегда брал с собой в дорогу и возил в специальной круглой коробке. Вот этот чилиндер. Не трогай руками. Бабушка, продолжайте. Однако, будучи демократом и яростным противником крепостного права, покойный Иван Николаевич избегал надевать этот чилиндер. Между прочим, об этом чилиндре сохранился любопытный анекдот, ярко характеризующий нравы и обычаи той отдаленной эпохи. Во время кратковременного пребывания своего в городе Кумске покойный Иван Николаевич занимал скромную комнатку в доме моего дедушки Константина Сидоровича Извозчикова, мужа младшей сестры покойного Людмилы Николаевны, моей бабки уже с материнской стороны. Домик этот сохранился и по сейчас. Моей матушке тогда как раз шел 5-й год, и она была очень желанным ребенком. Однажды, воспользовавшись отсутствием покойного Ивана Николаевича, моя матушка похитила из заветной коробочки чилиндр, посадила в него маленьких котят, и стала возить их в чилиндре по всем комнатам. Легко представить удивление покойного Ивана Николаевича, когда он, вернувшись домой с прогулки, вдруг видит в своем чилиндре, кого же его ужас? Маленьких котят! Каких котят? В чем дело? Маленьких котят! Маленьких котят! Товарищи, вам что-нибудь понятно? Не перебивай. Бабушка, продолжайте. А, да. Это чиркуль. Вещь подлинная. С помощью этого чиркуля покойный Иван Николаевич в часы досуга чертил различные небольшие, нет, довольно сложные геометрические фигуры. Вот это... Но кто, кто? Нет, мой покойный дедушка Иван Николаевич. Я слышу, что покойный дедушка, слава богу, не глухая. Но кто этот покойный дедушка, кто? Лобачевский. Как? Лобачевский. Тот самый? Тот самый. Что это за Лобачевский? Передышкин, Передышкин. Хоть бы ты людей постеснялся. Это же каждый советский школьник знает. Великий русский математик Лобачевский. Он самый. У нас в Конске, ты шутишь? Представь себе. Боже мой!
Значит, вы родная внучка Лобачевского. Родная внучка, да. Позвольте же вас приветствовать от имени Конского горсовета. Вот уж никак не предполагала, что у нас в Конске живет внучка Лобачевского. Слушай, ты имей в виду, все это я сделал. Это я открыл старушку. Главное, с каких пустяков все началось. Живем мы с ней на одной улице, только я ничего не подозревал. Вдруг в одно прекрасное время у старушки начинает протекать крыша. Бабушка, протекала крыша? Протекала, батюшка, протекала. Вот крыша. Она туда-сюда, в отдел коммунального хозяйства. Ее, естественно, нигде не приняли. Она по соседству ко мне, как к ответственному товарищу. Какое безобразие! Это, мало сказать, безобразие. На глазах у городского совета разваливается домик Лобачевского. И никто палец о палец, бабушка, это беспримерное головотяпство, государственное преступление. Хорошо, что мы вовремя хватились. Вы хватились? Это я хватился. Если б не я, так они имели бы красивый вид. Спасибо, Пирсюков. А ну, перестань. Ты молодец. Однако, товарищи, надо что-то делать. Слушай, я уже кое-что предпринял. Что ты предпринял? Я заказал временную мемориальную доску, здесь жил и работал великий русский математик Лобачевский. Я правильно поступил? Правильно. Мемориальная доска на доме великого человека. Это просто, но благородно. Слушай, она гипсовая, но имеет вполне культурный вид. Стоит пустяки 38 рублей с копейками. Я ее пока провел по смете парка культуры отдыха, а когда горсовет утвердит специальную смету к Лобачевскому, мы с ним рассчитаемся. Ты что, думаешь, необходима специальная смета? А как же? Ты что? А как же? Крышу за гор пустить нужно? Нужно. Полисадник привести в приличный вид нужно? Нужно. Там всякие необходимые мелочи, письменные принадлежности, марки, телеграммы. Слушай, кстати, я думаю, что надо нам установить небольшой бюст около домика. Это было бы очень хорошо. Да, бюст. Правда? Слушай, я очень рад. Я очень рад, что ты меня поддерживаешь в вопросе бюста. А не будет дорого? Да ну что, вся смета по домику, вы 4-5 тысяч. Ну, самое большое 7 тысяч, это вместе с бюстом. Ну, во всяком случае, не больше 8 тысяч. Ну, 8 тысяч. Однако деньги порядочные. Может, обойдемся без бюста? Ты что? Ты что, жалеешь на бюст такого человека? Слушай, нехорошо, не принципиально, а? Да я не против, ну, понимаешь, денег нету. Зашились. На вторую очередь водопровода не хватает. Постой, ты что, сравниваешь вторую очередь водопровода с Лобачевским? Такие слова я тебя не ожидал. Слушай, скажи спасибо, что старушка не слышит. Бабушка, бабушка, пойдемте. Бабушка, вот ваши реликвии, все здесь, все. Все будет хорошо вам. Крышу починю, спасибо, забор поставлю. Добрый проходите, бабушка. Проходите, бабулька. Да. Осторожненько, вот так. Да, вот так ножничками. Осторожненько, топайте. Вот. До свидания. Софья Матвеевна. Софья Матвеевна. Вот так. Привет, Шуретта. Слушай, Васька, мы не можем выкроить из местного бюджета 1007-8 на домик Лобачевского. Ну откуда же? В том-то и дело, что откуда. Думай. И ты, Юхадимов, не делай вид, что это тебя не касается. Думай. Я думаю. Это всех нас касается, всего города. Это имеет громадное политическое значение. Ну, в таком случае мы тогда сделаем так. 1004 мы отрежем от второй очереди канализации. Так. 1002,5 мы передвинем из третьего квартала во второй по культурно-массовому сектору. Так. А те 1400 рублей, что до сих пор висят на счету у гортопа. У гортопа? Топ-топ-топ-топ, думай, напрягись. Да я напрягаюсь. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Примите телеграммочку, распишитесь туточки и туточки. До свиданечка. До свиданечка. Пожалуйста, господин. Благодарю, любезное приглашение. Присутствовать в торжественном открытии домика Лобачевского выделена делегация, которой поручено выехать в Конск на сентябрьские торжества. Ой-ой-ой, это Персюком наделал. Он, его работа. Обеспечьте транспорт, питание, жилище для приема выдающихся ученых-академиков, профессуры, аспирантуры и научных сотрудников Академии общим количеством 32 человека. На какие средства? Ай-яй-яй-яй. Даже если будем считать по 100 рублей с носа, и то это будет 3200. Мы пропали. Академикам мы не поднимем. Ну, Персюков. Да. Ну, Персюков, ну спасибо тебе, Персюков. Большое спасибо. Я предупреждал, что Персюков всех нас когда-нибудь погубит. Таких людей, как Персюков, надо давить. Ты не смеешь так говорить про Персюкова. Давить! Давить в корне! Еще раз добро здоровочка. Добро здоровочка. Примите еще 4 телеграммочки. Распишитесь.
туточки, 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 и вот туточки. Ну, задали вы сегодня мне загрузочку. Мое вам спасибо. Пожалуйста. Еще раз. До свиданечка. До свиданечка. Пожалуйста, Петерник. Дай передышкину, пусть передышкин читает. От Степанина. От кого? От Степанина. От знаменитого Степанина? От знаменитого Степанина. И что? Горячо приветствует, приедет. Приедет Степанин? Приедет. Что? Ленинград. Что? Группа студентов физико-математического факультета, 25 человек. Да. Горячо приветствуют, приедут. Ты сошел с ума. Так, еще 2500, итого вместе с академиками 5700. Это по самым скромным подсчетам. Да. Киев, академик Запорощенко. Приедет. Горячо приветствует, к сожалению, не может уезжать в длительную командировку. Ох, пронесло. Да. А это я что-то совсем не разбираю, как будто совсем не по-русски. Что-то такое УСА, что-то такое непонятное. Может, это по-немецки? Ну-ка, да, я по-немецки понимаю. УСА, НОВ и ОЧК. Нет, это не по-немецки. Давай сюда, может, это по-французски. Так, УСА, совершенно верно, какой-то НОВ и ОЧК. Дай. Что за НОВ и ОЧК? USA State America New York. Из Нью-Йорка. Вы слышали, из Нью-Йорка. Ну, Персюков, ну, гад. Thank you very much for your invitation. I hope to be in society of cons. Конск, это понятно, по-американски так же само, как по-русски. Конск, господи ж, боже ж мой. The first September... 1 сентября, что ли? Please, for me apartment of fourth class. Класс, это понятно, так же само, как по-русски. For me, my wife, daughter and secretary friendly. Что? Альберт Эйнштейн. Горячо приветствует. Приедет? Приедет. С женой, дочерью и секретарем. Просит приготовить апартаменты в одном из наших первоклассных отелей. Что это еще за отели? Апартаменты. Что это значит, апартаменты? Это когда... Несколько комнат сразу. Вроде целая квартира. Понятно, понятно. Значит, под целую квартиру подкатывается. Видать, экземплярчик. В одном из первоклассных отелей. А у нас в городе всего одна гостиница «Волга» на 12 номеров. Да. Да и та занята нашей головкой. Да. Ведь мы все там и живем. Альберт Эйнштейн в Конске. Ну, Персюков. Ну, дорогой мой друг Персюков, ну, я не знаю прямо, что я теперь с тобой сделаю. Товарищи, только что установили временную мемориальную доску. Хотя гипс его имеет вполне культурный вид. Здорово, Швед. А что произошло с бюстом, вы даже представить не можете. Бюст будет мраморный. Мраморный? А чего вы так смотрите? Мраморный? Оказывается, какой-то чудак-краевед уже 2 года бегает по Конску и кричит, что обнаружил богатейший залежи желтого мрамора. Его никто не слушает. А теперь... А что, чего молчите все? Сурочка, чего все молчат? Леша, беда. Тетя Оля, какая беда? Персюков, да у тебя голова на плечах есть. Стой! Не смей меня пивать. Тетя. Ну, Персюков, ну, друг мой, Персюков. Тетя Оля. Молчать, говори. Ты приглашение кому-нибудь посылал? Нет, не посылал. Нет, то есть я послал там 2-3 телеграмма, но это за счет парк-культуры. 2-3 телеграмма? Ну, 4-5, от силы 6, но во всяком случае не больше 8. Как же ты смел? Ой, ну, тетя Оля, так все делают, тетя Оля. Да вы не волнуйтесь, они поприветствуют, и никто не приедет, это я вам отвечаю. А это что?
32 академика едет, Степанин едет, 25 ленинградских студентов едет. Как едут? Едут? Тетя Оля, я этого не хотел. Ты этого не хотел? А Эйнштейна ты хотел? Что Эйнштейн? Едет, I hope to be in society of course. Еще раз доброго здоровочка. Примите 8 телеграммочек. Запишитесь вот туточки. Пошла вам! Ну, Персюков, ну, друг мой. Прилетели на самолете Р-5, сатаны из Москвы 647. У вас в Конске бредовая посадочная площадка. Вы чуть не угробились. Это что, юбилейный комитет, мы его обязательно должны снять. А где домик? Мы его тоже должны снять. Но главное, где внучка? Внучка! Вот внучка. Спокойно. Мы ее сейчас и снимем. Внимание, товарищи, приготовились к съемке внучки. Внимание! Внимание, приготовились? Мотор! Вот теперь я буду на него сигнализировать в областную прокуратуру. Сентября мы имеем открытие домика, а 2 сентября мы имеем 146 почетных гостей. Что мы имеем на сегодняшний день по реконструкции гостиницы «Волга»? На сегодняшний день мы имеем 1,5 этажа надстройки, а в общем 4-этажное здание гостиницы «Волга» отдельно 60 номеров. Чудно! 2 номера с ванной. Чудно! Ничего нет. Почему паника? Нет. Как нету средств, когда мы тебе в прошлом месяце передвинули 75 тысяч культмассовых? Где они? Ушли. Надо изыскать средства. Ваткин, думай. А чё что думать, когда нету и нету? Позволь, ну как же так? Вы слышали что-нибудь подобное по своему цинизму? Это еще что такое? Почему вы сюда врываетесь без спросу? Вы представляете себе этот дикий бред? Позже будет слишком поздно. Горсовет обязан немедленно вмешаться. Иначе город останется без медикаментов. Почему? Потому что я еще, к сожалению, не научился приготовлять лекарства на развалинах. На каких развалинах? На наших развалинах, на руинах, среди обломков и мусора. Вы что, из сумасшедшего дома? Пока нет, но скоро-таки да. Вы говорите спокойно! Как еще более спокойно? Вы должны ее извинить. В такую минуту, как заведующая, она не может быть слишком спокойна. Я вам сейчас все расскажу. В двух словах, сегодня утром приходят какие-то люди и подложили под нее деревянные катки. А под кого? Под нее. Теперь они собираются ее двигать. Она не выдержит. Она старая. Поверьте мне, я ее знаю больше, чем 30 лет. Кого ее? Ее. Он говорит, что она заслоняет ему перспективу и портит вид на домик Лобачевского. Он говорит, что ее надо задвинуть в переулок, а на ее место поставить девушку с веслом. Кого ее? Аптеку. А что, когда аптека упадет, то город останется без медикаментов. Это он не заинтересован. Персюков! Кто же еще кто? А вот мы сейчас увидим. Позвать Персюкова! Передышкин! Передышки! Видишь, какого рода картина? Все денег требуют и правильно делают, что требуют. Заработал, плати, а нет задержка зарплаты. За это, знаешь, не погладят. Надо платить. Дай считать. 150 тысяч. Ой, матушки. Не считая симфонии, триумф, арифметики, надо платить. Батаренко! Один пуша! Не прежде денег могу! Товарищи! Вы меня знаете? Как я вам говорю, вам будет уплачено все до копейки. Час подождать вы можете, один только час. Ну вот и всех делов. А уж если через час не будет, тогда снимайте с меня голову. Хорошо. Договорились. Ну, слышали? Что ж теперь будет? Надо
срочно законсервировать строительство. Да ты, друг мой, соображаешь, что говоришь? Ладно. Едет 146 человек стахановцев, героев Советского Союза, знатных колхозников, выдающихся деятелей науки и искусства, литературы и техники, плюс профессор Эйнштейн. Куда я их дену? Положу во дворе на солому? Нет, я лучше сдохну, чем не буду в гостинице. Извините за назойливость, но дело в том, что они уже привязали к ней железные веревки. Кому? К аптеке. Да провалитесь вы с вашей аптекой, господи. Неужели у нас в городе ни у кого нету денег? А у местной промышленности миллионы маринуются. Да, да. Кирпичный, номер 3, директора. Выехал? Выехал. Не скажете, куда выехал? С кем? Куда-то выехал с Персуковым. Ликерно-водочный, директора. Уехал? С кем? С Персюковым? Персюков что-то делает за нашей спиной. Кустарный артель Заря, председателя. Уехал? С Персюковым. Ой, погубит нас Персюков, ох, погубит. Между прочим, еще один любопытный штрих. Приехал областной прокурор. Зачем? А зачем областные прокуроры в район приезжают? За тем самым. Кто-нибудь сигнализировал, вот прокурор и тут. Сама Павликова? Сама Павликова лично. У Павликовой, заметь себе, еще ни один ответственный работник не выкручивался. Демон. Ну вот мы, слава богу, и на скамье подсудимых. Потому что среди бела дня на глазах у всех задвигать единственную аптеку в переулок есть пережитки средневековья. А, вы еще тут. Поверьте, если бы она была лично моя, между прочим, она действительно была моя, я бы не поднимал вопрос. Раз надо, значит, может быть, действительно надо. Но когда речь идет о нашей родной частичной аптеке... Идите, идите. Хорошо. Мы пойдем. Мы останемся на своем посту до последней минуты. Но имейте в виду, если произойдет ужас, ответственность ляжет на вас. Эй, пропала аптека. Денег. А уж Павликова тут. Она, брат, на прошлой пятидневке в Егорьевском районе упекла всю головку. За нарушение финансовой дисциплины на 3 года. Красота? Надо платить. Надо. А средства? Средства где? Что ж теперь делать, Передышкин? Дорогой, Ашкин, что делать? Передышкин, что же делать? Не знаю, что делать и не интересуюсь. У вас воображение, вот вы и сидите с вашим воображением, а меня не запутывайте, я человек маленький. Идите, кланяйтесь Персюкову. У него воображение хоть залейся. Девушки прям так и мрут от удовольствия, когда он треплется. Не понравилось ему, видите, город Конск, по всю, дескать, сторону хребта. А хотя бы домик Лобачевскому понадобился. А на кой черт нам домик Лобачевского? Что, мы профессоры? Геометрия. Скажи, пожалуйста, типичные барские замашки. Все, видите, есть одной только геометрии не хватает. Или это знаменитая гостиница «Волга». Зачем нам «Волга»? Что у нас, Америка или Австралия? Надень очки. Посмотри в окно, видишь? Жуть, что делается. Все перекошено, перековеркано. Пыль столбом. Не пройти, не проехать. Что такое, в чем дело? Главную улицу, извольте, видите, асфальтируют. Бульвары разбивают. Разные статуи ставят. Аптеку передвигают. Тьфу! Хороший, скромный, простой советский город превращают черт знает во что. А городской совет только глазами хлопает. Ну ничего. Павликова это безобразие прекратит. Она вам мозги вправит. Ох, товарищи, не завидую я вам. Ох, не завидую. Да-да.
пока не поздно, отменить. Да. Все отменить. А 146 человек почетных гостей? Отменить. Да ведь срам. Да. А в тюрьме томиться не срам, не слушает его Ольга Федоровна. Отменяй, пока не поздно. Да. Нет. Да. Отменить. Отменить все. Неуходимов, бери список почетных гостей, пиши телеграммы. Всем по порядку. Кто там у нас сначала? Степанин. Пиши срочную Степанину. Так, мол, и так. Очень, дескать, извиняемся, но не приезжайте. Ничего не будет, отменяется. Срам-то какой. И профессору Эйнштейну в Соединенные Штаты Северной Америки. Дескать, извиняемся за беспокойство, но не выезжайте. Все по порядку. Извиняемся, дескать. А я сейчас пойду. И скажу людям, что денег нету, и снимайте с меня голову. Слышите? Слышите? Две машины подъехали. Да. Павликова. Павликова. Ну вот мы и дома. Здорово, Арбей. Здорово, как дела с настройкой гостиницы? Заковыряйтесь. Не вижу темпа, не вижу энтузиазма. Персиков, довольно. Красотов сначала тебя убью. Котя, а ну-ка иди сюда. Бегом, бегом, Котя, бегом. Вот видите, обыкновенный мальчик, называется Котя. Котя, сколько тебе лет? 12-13. Пионер? Пионер. Вот заметьте, 12-13 пионер. Так. Сюков, довольно! Что ты кирпичишься, у мальчика исключительные способности. Ваткин, ну-ка дай мальчику 7-значное число, как быстро. Ну, 4 895 666. Так, запиши себе. Неуходимо, дай-ка мальчику 3-значное. 140. Котя, раздели. 34 235 425 тысячных. Вы подумайте, а? Феноменально. Пустяки. У меня всю таблицу логарифмов Пржевальского наизусть знает. Верно, Котя? Академики приедут, увидят так вот. Вот вам Понск, вот вам и по всю сторону хребта. Костяков, довольно. Что это еще за фокусы? Это фокусы. Какие фокусы? Просто исключительный подъем интереса к математике в связи с открытием домика Лобачевского, только и всего. Да кто ж на ты лезешь с математикой? Авантюрист. Кто? Ты. Я авантюрист, вот это неправда. И к тому же, очковтиратель. Ты нам втирал очки, что вся смета по домику будет 8 тысяч, да. А на сегодняшний день одна лишь реконструкция Волги влетела нам в 150 тысяч, плюс 75 тысяч культмассовых, плюс 29 тысяч 30 копеек организационных расходов, плюс 50 тысяч за твою идиотскую скульптуру. Итого... 34 тысячи рублей 30 копеек. Верно. Коть, молодец. Ну? Персюков, имей в виду, мы тебя стукнем. Ой-ой, ты не смеши людей, сидит тетка на миллионах и совершенно не понимает, надо иметь воображение. Не смей говорить этого слова. Эх, испугалась? Ты понимаешь, что ты наделал? Что? Ты понимаешь, ты нас всех погубил. Я погубил, батюшки страсти, чем ты нас погубил? В кои-то веки вы потратили на реконструкцию гостиницы и городские благоустройства жалкие 300 тысяч? Их нет. Понимаешь русский язык? Нету. Все в дом. Тысяч. Да, все, в петлю влезли, висим, вот. Нету. Нет. Да тебе сейчас дам, только не плачь. Хочешь? Дай. Чеком, авизовкой, банковским перечислением, как? У тебя деньги, да? Да не у меня, у нас, у комитета по проведению чествования Лобачевского, только и всего. Откуда? Местная промышленность. Иди сюда. Смотри, видишь, директора стоят, дожидаются. Я их везу в парк культуры отдыха, у нас там одно небольшое дельце. Заехал тебе, посмотри, как дело обстоит, вижу, на мире сидишь. Видишь, директора? Красавцы мужчины. Один в одного, и у каждого непременно имеется пара сот неиспользованных средств. Понятно? Вася, сколько у тебя неиспользованных, только честно. А? Хорошо, Вася. Вот видишь, у Васи из метизного комбината 120 тысяч. Так? Да у ликера водочного 423 тысячи. Да у Петра Алексеевича 260 тысяч. Так, да у силиката комбинатовича 120 тысяч. Котя, ну-ка подбей. 940 тысяч. Верно. Вот тебя это устраивает? Устраивает. А вот меня это не устраивает. Ну, люди ждут, платить будешь? Обязательно. Вот как. Интересно знать, когда же надо сейчас. А я сейчас и заплачу, давай сюда. А средства? Средства где? Давай. Ватчин.
передвигаю обратно культ Марсовый. Слушаю. Действуй. Чеками на банк. Так. Виноват. Очень извиняюсь. Ну уж там извиняйся, не извиняйся. Твое дело, Васкин. Плати. Есть. Котя, помоги дяде сосчитать. Товарищи, пожалуйте денежки. Ух, Сертюков. Ведь бы тебя за рука не поднимается. Павликова идет. По лестнице поднимается. Куда? Сюда. Куда вы? Домой завтракать. Пора. Областной прокурор товарищ Павликова. Товарищ Павликова, входите. Нам стало известно, что в Конском районе под крылышком горсовета орудует некто Персюков. Кто этот Персюков? Некто Персюков, это как раз я. Здравствуйте. Вот как? Откровенно. Что это у вас здесь происходит за вакханалия? А вы что имеете в виду открытие домика Лобачевского? Мы имеем в виду то, что мы имеем. Я вас слушаю. А что говорить-то? Говорите все, что знаете. Можно выпить водички? Пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. Ну, как вы знаете, 2 сентября состоится открытие домика Лобачевского. Уже собран богатейший иконографический материал и большое количество фотокопий, документов, картин и гравюр известных русских художников, отображающих эпоху Лобачевского. Среди экспонатов привлекает внимание портреты Пушкина, Карамзина, Гоголя, Глинки, Бенкендорфа, Аракчеева и Александра Первого. Я не расслышала. Кого? Последние 3 фамилии. Бенкендорфа, Аракчеева и Александра Первого. А что? Ничего, продолжайте, я вас слушаю. У нас имеются все первые работы Лобачевского на русском и иностранных языках. Как вы сказали, на русском и иностранных? Да. И номера ученых записок Казанского университета есть? Ну а как же, товарищ прокурор, как же? У нас полный комплект начинается с 1836 по 1889 год. Это любопытно. Вы знаете, я сама до известной степени закончила математический факультет. Да, но это дело не меняет. Дальше. Так а что дальше? На открытие домика Лобачевского съезжаются почетные гости со всего Советского Союза. Нам это известно. Из Америки приезжает профессор Альберт Эйнштейн. Что вы говорите? Альберт Эйнштейн? Впрочем, нам это известно. Ну, слово, грандиозный праздник нашего города. Вернее сказать, грандиозное безобразие. Приезжают лучшие люди нашей страны. Приезжает мировой ученый Эйнштейн. И что же он здесь увидит? Мостовая ужасающая, кругом грязь. Ресторана, чтобы прилично пообедать, нет? Гостиницы, чтобы выспаться, нет? Как это называется? Вакханалия! Товарищ прокурор, вы не беспокойтесь, к приезду гостей все будет готово, за это я вам отвечаю. Во сколько все это вам вскочит? Я думаю, 1500. Тетя Оля, не смеши людей. У меня по смете пока что предусмотрено 1,5 миллиона. Ой. 1,5 миллиона, товарищ прокурор. Ну, самый большой 1,6 миллиона, от силы 1,700. Ой. Да, 1,5 миллиона, не так меньше. Так и знал, что расстроится, не привыкла к масштабам. Не меньше, чем 1,5 миллиона. Так, откуда средства? Товарищ прокурор, вот тут-то и кроется главный узел. Как вы сказали, узел? Узел. Я спрашиваю, откуда средства? Товарищ прокурор, моя вина. Я отвечаю. Товарищ прокурор, я вам сейчас все скажу. Тетя Оля, ты не расстраивайся и не плачь. Отойди на минутку. Так, сейчас все скажу, одну минуточку. Садитесь.
Садись, тетя Оля, и не перебивай. Товарищ прокурор, выставка... Ой. Тетя Оля, не перебивай. Выставка, небольшая районная выставка местной промышленности, кустарной промышленности, передового сельского хозяйства на территории парка культуры и отдыха. Угу. Вы понимаете мою мысль? Понимаю. На открытие дома Колобачевского съезжаются почетные гости со всего Советского Союза. Мы должны показать им наши достижения. А достижения есть? Слушайте, товарищ прокурор, вы представляете, что такое наш район? Это разработки потрясающих гончарных глин, известных на весь Советский Союз. Не глина, а золото. Огнеупорный кирпич высшей марки. Шамот для доменных печей. Месторождение желтого мрамора. Это что, штучки? Это валюта. Передовое сельское хозяйство. Корова Валькирия, которая в год дает 3000 литров молока. Сементальский бычок Джентльмен, который величиной чуть поменьше нашего автомобиля ЗИС-101. Понятно вам? Рябиновка Экстра нашего ликеро-водочного завода. Тетя Оля, угощаю. Понятно вам? Любой предприниматель в Америке на такой рябиновке за год заработал бы 10 миллионов долларов. Понятно вам? Короче говоря, местная кустарная промышленность, передовое сельское хозяйство входят к нам как пайщики. Одним словом, хочешь участвовать в выставке? Помогай привести город, где будет выставка, в приличный вид. Помогай эксплуатировать подъездные пути. Строй гостиницу для приезжих, налаживай городской транспорт. Ты улавливаешь мою мысль, а? Улавливаю. Слушай дальше. Хочешь, чтобы сейчас перед твоим павильоном на выставке бил фонтан? Хочу. Пусть бьет, проведи воду. Так, то есть? Строй водопровод. Так. Представляешь картину? 140 выдающихся людей нашей страны. Так. Мчат на машинах по зеркальному асфальту. На территории выставки пальмы. Электричество. Сияют гостиницы. Милиционеры в белых перчатках. Что это? Париж? Лондон? Венеция? Конф! Будь здорово. Так что же вы сидите? Надо действовать! Может быть, тебе кто-нибудь мешает? Ты скажи. Область не присылает ассигновочные бланки, срывает финансирование. Срывает, да? Вот сейчас я им покажу. Алло, область! Область! Областный отдел! Ага. Васильева! Ты что же это, батенька мой, не присылаешь Конск ассигновочные бланки, а? Ты знаешь, тем самым ты срываешь финансирование строительства выставки. Ах, не знаешь, да? А надо бы знать. Очень жаль, да. Кто говорит? Я говорю. Павликова. Да. Сейчас вызывайте. Ну, тот же. Сейчас высылают. Да, ну и народец. Доложу я вам. Едем. Так, едем. Юхадимов, Ваткин. Мы здесь. Тут мы. Сейчас едем. Уже? Так скоро? Сначала на строительство гостиницы, потом на выставку. Вот это дракон. Это граф Никонская идут починять шоссе от города, от города до вокзала. Шоссе 10 километров. Понятно? Это джаз юных математиков. Все на треугольниках играют. Да здравствуют граждане города Конска. Ура! 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 Вот вам и по всю сторону хребта. Позывные Конска. Внимание, внимание. Говорит Конск. Говорит Конск. Сейчас по городской радиотрансляционной сети и по местной коротковолновой станции Чешаща будет передаваться передвижка аптеки. Васюков, я не позволю! Ну что ты, не перебивай, все будет в порядке. Слушай, слушай, слушай. Внимание, внимание. Передаем передвижку аптеки. Товарищи радиослушатели, внимание. В настоящий момент выездной бригады Всесоюзного радиокомитета в помещении аптеки установлен микрофон. Передача ведется из аптеки. Товарищи, мы находимся в аптеке. Ее сейчас будут передвигать. Но работа в ней не прекратится ни на минуту. Все на местах. Кассирша сидит с кассой. Провизор Борис Абрамович изготовляет лекарства. Слово имеет заведующий аптекой товарищ Загородная. Дора Александровна, пожалуйста, к микрофону. Граждане города Конска, я говорю из аптеки. Нас сейчас будут передвигать. Тем не менее, весь персонал находится на своем посту. До свидания. Будем видеть.
Вы сейчас прослушали выступление заведующей аптеки, товарища Загородной. Это началось передвижение аптеки и дребезжит аптекарская посуда. На данный момент аптека передвинулась на 10-13 миллиметров. Это движется аптека. Слушайте, скажите, чтобы они там не слишком дергали, невозможно вести передатчик. Только что в аптеку пришел покупатель. Это стахановец метизового комбината товарищ Александров. У микрофона товарищ Александров. Александров, он стахановец. Сегодня на работе я почувствовал головную боль и обратился за советом к нашему сменному инженеру, орденоносцу товарищу Михееву. Товарищ Михеев говорит, наверное, у тебя грипп или какая-нибудь другая болезнь. Тебе надо на ночь принять аспирин. Вот я, значит, зашел в аптеку за аспирином, а ее как раз в этот момент передвигают. Дайте мне, пожалуйста, 3 порошка аспирина. Что? Что они там с ума сошли? Я предупреждал, она разваливает. Тише, тише, тише. Товарищи, не волнуйтесь, это упала всего лишь банка с йодоформом. Ух ты, черт банка возьми. Банка. Легче, легче. Перестаньте дергать. Товарищи радиослушатели, одну минуту. Черт возьми, а. Кто ж так дергает? Зачем же так дергать? Наверное, ради использовать. Вот так номер. Аптека! 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 Не отвечает. Ух ты! Люди куда-то бегут. Смотрите-ка, там, где была аптека, какая-то туча. Аптека! 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 Стучи, стучи. Город без медикаментов. И вообще у меня есть данные, что никакого Лобачевского в городе Конске никогда не было. Волга. Видели? Бульвар Лобачевского видели? Новую аптеку видели? Выдающаяся аптека. За 18 дней отгрохали. С красным метром. Облицована желтым мрамором. Вот сейчас, когда кончатся танцы, в летнем театре будет торжественное собрание. Ожидается телеграмма о переименовании Конска в Лобачевск. А то в самом деле Конск. Даже как-то неудобно. Можно подумать, что у нас здесь главным образом какие-то кони. Правда? Лобачевск крепче. А скажите, пожалуйста, профессор Альберт Эйнштейн из Соединенных Штатов Северной Америки приехал? Нет, к сожалению, не смог. А что же там? Сообщение через Атлантический океан очень трудное. Едут! Едут, действительно едут. Между прочим, принято здороваться. Ух ты, какая толстая книга. Энциклопедический словарь на букву Л. На букву Л? Любовь? Интересуешься узнать, что такое любовь? Этим пусть другие интересуются. Выдающаяся погодка. Ничего. Сейчас испортится. Пока. Здравствуй, Швед. Здравствуй, дорогая. Алешенька, дружок твой. Ой, здравствуйте. Мокрый, как мышь, весь замусанный, бродячий кот. Шурка, устал? Устал? Ну, ты мечтал о чем-нибудь подобном? Этот денек мне снился всю жизнь. Выдающийся денек. Слушай, телеграмму еще не приносили? Нет, я специально стою, жду, еще не приносили. Ну, сейчас принесут. Слушай, ты заметила городской транспорт, автомашины, трамваи, автобусы, зеленые с голубым, видела? Да. Это я велел выкрасить весь голубой. Транспорт, юбилейные цвета, зеленые с голубым. Зеленая надежда, голубой наука. Здорово придумал, а? Ой,
Ух, все, доклад начался. Исаулова пошла чесать доклад на тему перспективы развития Конска. Алеша, когда же мы наконец оформимся? А то, честное слово, мне неудобно. Эх ты, Шура, я же сказал, значит, все. Да. Эх ты. Чудачка. Может быть, ты раздумал, ты мне скажи. Ты теперь стал такой знаменитый. Эх ты, Шуретта. Шура, давай с тобой поднимемся на воздушном шаре. Иди сюда. Вот сюда. Нет. Ну, садись. Нет. Ну почему? Я боюсь. Ну, поднимемся. Нет. Забьемся с тобой на 400 метров над уровнем моря. Посмотрим в последний раз птичьего полета на Конске. И поцелуемся. Почему последний раз? А ты же завтра ты будешь не Конска, а Лобачевска. Там. Пойдем. Я боюсь. Эх, ты чудачка. Трусиха, зайчиха. Тебе бы за Передышкиной. О, Передышкин дурак. А почему? Только что прошел мимо, еле поздоровался. И под мышкой толстый энциклопедический словарь. Передышкин со словарем. Это мрачное зрелище. А что это он? Чего-то ищет на букву Л. На букву Л? Да. Слушай, а что это он вздумал? Это подозрительно. Доброе здоровечко. Между прочим, вам телеграммочка. Распишитесь вот туточки. Прошу. Да. Кстати, отличная погодочка. Все. Разрешите поздравить вас, гражданка города Лобачевск. И вас также. Алешенька, это все ты, все ж ты придумал. Ой, слушай, я должен подбежать в президиум, показать телеграмму после доклада Исауловой. Мы огласим пустяк. Они полюбили друг друга в Конске, а расписались в Лобачевск. В домике Лобачевского, конечно, была? Была. Экспонаты, конечно, видела? Видела. Визитную карточку, конечно, Лобачевского заметила? Заметила. По печатному разбираюсь, читаю. Иван Николаевич Лобачевский. Иван Николаевич, так, теперь читай тут. Николай Иванович Лобачевский, великий математик, родился в 1873 году. Стоп, Николай Иванович. Николай Иванович. Понятно? Что? Понятно. Иван Николаевич и Николай Иванович. Небольшая разница. Николай Иванович Лобачевский, великий математик. И какой-то никому неизвестный Иван Николаевич Лобачевский, пес его знает, кто он такой. Скорее всего, такой же авантюрист и жулик, как твой Пирсюков. Что же это? Что же это делается? Будьте здоровы, где здесь телефон? Куда ты? Сигнализировать в областную прокуратуру. И сейчас же обратно, прямо на торжественное заседание. Попрошу слова для внеочередного заявления и зачту оба документа. Только Персюкова и видели. Передышкин, ты этого не сделаешь. Ох, еще как. Света! Иди сюда. Алеша. Что? Алеша! Через 15 минут... будет кончаться доклад и будет оглашена телеграмма. У нас, Алёша, что-то невероятное. У нас ведь не тот Лобачевский. Настоящий Лобачевский Николай Иванович. А у нас Иван Николаевич. Что ты сказал? Передышки. У него на руках словарь и визитная карточка. В словаре Николая Ивановича, а на визитной карточке Иван Николаевич. А что же делать? Уж надо Передышкина задержать на 15 минут, слышишь? Ты не знаешь, Передышкина, он тебя непременно давали. Слушай, мне сегодня жалко. Мне сегодня жалко, а не праздника жалко. Такой день, такое торжество. Что же делать? Слушай. Слушай, Шуретта, задержи его. Как же я его задержу? Как же я его задержу? Как хочешь, завлеки. Околдуй, сведи с ума, замани, ты же девушка. Слышишь, я прошу тебя. Куда же я его завлеку? Куда хочешь, я не... На воздушный шар. Слышишь, замани его. Дай. Папаша, нет. Два билета. Папаша, дайте два билета скорее. Нет. Держи, держи билеты. Я только прошу, нет, да. Я прошу тебя ради праздника нашего города. Очень прошу тебя, слышишь, Шуретта? Ну? Я не знаю, он не захочет. Не подняться с такой девушкой, надо иметь каменное сердце. Слышишь, я очень тебя прошу. Ради меня. Слышишь, ну? Ты меня любишь? Читайте. Клянусь. Передышкин, брат. Передышкин. Передышкин. Ну, в чем дело? Я боюсь, Передышкин. Я думаю, боюсь. Передышкин, мне страшно, что я чуть не связалась с этим ужасным человеком. Ага, теперь ты раскусила, что это за личность? Теперь ты поняла, кто такой Персюков и кто такой я? Я была дура, ты мне открыл глаза. Ага, вот видишь? Вася, прости меня. Лично я против тебя ничего не имею. Я в это не вношу личного мотива. Пускай твои ошибки даст принципиальную оценку наша профессиональная организация. Но мне до глубины души горько
на тебя и неприятно. Горько это. Как ты сразу, Шурочка, не заметила, что это за личность? Ничего, что я позволяю себе называть тебя Шурочкой. Называй, Вася. Ничего, хуже не будет. Ты мне истрепал все нервы. Я тебя нынче во сне видала. А, вот видишь? Ой, только не здесь. Где же? Поднимемся. Мне на заседание надо. Вася, мы будем одни. А, билеты? Вот, билеты, вот. Может, в другой раз, когда ветра поменьше иди, будет? Иди, иди ко мне, Васюк. Наверху, иди. Наверное, болтать будет. Иди, Васюк, иди давай. Иди. Васюк. Васюк. Хорошо. Оп! Только предельная высота. 500 метров. Качай на 500. Пошел, папаша. Пришел. Ага. Ты гад? Очень может быть. Меня качают. Качает? Пускай качает. Я больше не могу. Не можешь? Разъёный ползать летать не может. Пиздуков, давай вниз. Вниз хочешь, да? Давай вниз. Вниз? Бросай энциклопедический словарь и карточку. Не могу. Не можешь? Словарь и карточку. Слышишь? Не хочешь? Не хочешь? Тогда виси. Слышишь? Виси. Вишу. Огласили телеграмму. Все. Кончился Конск. И кончился Персиков. Вот, товарищи, настоящий герой сегодняшнего праздника – Алексей Степанович Персюков. Ну, Алеша, прости, если что было между нами. Как говорится, не поцапаешься, не выцарапаешься. Выцарапались. Что с тобой, Алеша? Почему молчишь, как раз надеются на тебя не похоже? Чё-то мне холодновато. Спасибо. Дорогой Алексей Степанович, прими эти цветы от товарищей по проведению юбилея великого русского математика Лобачевского. Стой! Стоп! Все это брехняет сплошная элита! Никакого великого математика Лобачевского никогда в Конске не было. Как это не было? Да ты спятил. Не было. Был какой-то пес, вас знает, Иван Николаевич Лобачевский. А настоящий Лобачевский Николай Иванович. Что ты говоришь? То, что ты слышишь. Вот документы. Что же ты такое, товарищи? Ведь мы город переименовали. Персюков, что же это значит? Произошло недоразумение. А? Вы слышали? Произошло недоразумение. Не тот Лобачевский. Понятно вам это? Не тот. Да. Не тот. Не тот Лобачевский. Стой! Лобачевский не тот. Хорошо. А трамвай тот? А бульвар тот? Отель на 60 номеров тот? А новая аптека? Весь город не тот. Все не то. Все другое. Все лучше. Лобачевского нет. Ну нет. Отлично. Да здравствует Лобачевск! Товарищи! Товарищи, а в чем, собственно, дело? Почему пальба и клики из кадра на реке? Почему? Конечно, известное основание для торжества есть. Но разве таким должен быть город Лобачевск?
Вот вам, дорогие друзья, не Конск. Лобачевск должен быть образцом, городом будущего. 5 гостиниц, 4 очереди водопровода, 15 линий трамвая, хороший аэродром, 6 ресторанов, 3 вуза, 40 колхозов миллионеров. Минимум. А у нас в Лобачевске, стыдно признаться, на сегодняшний день заасфальтированы жалкие 3 километра улиц, надстроена всего 1 гостиница, отремонтировано 1 шоссе, всего 1 вуз, всего 1 ресторан, 6 закусочных, всего 1 несчастный, глубоко провинциальный институт северо-западных танцев. Срам. Вас это устраивает? Меня это не устраивает. Товарищи! Товарищи! А у вас тут случайно проездом профессор Мечников не останавливался? Thank you.